Блин, какие же все-таки красивые существа эти слаймы в Майнкрафт. Он что, поел только что? Что за... Он что? Он только что стейк выкинул, 2 стейка, 3 стейка, 4. А, это же я превратился в слайма, чтобы сегодня затроллить своего подписчика на серваке в Майнкрафте. Я уже нашел дом, и сейчас я приду к нему реально в виде слайма. Я думаю, он офигеет. Он просто офигеет, он будет в шоке от моих способностей. Пока что я их даже вам не покажу, что я умею делать. Но давайте его пранканем. О, он как раз стоит дома, смотрите. Давайте здесь появимся, вот так вот на окно встанем ему. Сейчас он потихо обернет. Куда? Куда ты телепортнулся, дурак? Я тебя пранкануть хотел. Он за домом, он за домом, он за домом, он за домом. Убегаем, убегаем. Пока что он нас не спалил. Все хорошо. Он зашел в дом. Теперь мы встаем снова у окна. Вот так вот. Ждем его реакции. Ну же, чел, оборачивается. Ну же, чел. Ну же, я же здесь стою. Ну. О! Увидел! Здрасте! Оп, отвернулся. А нет, у слайма никакого нет. Тебе все показалось. Нифига, что показалось. Да окно, представляешь, вообще. Слайм в окне. Да не может быть, чтобы слайм заспавнился вообще просто на суше. Они обычно в пещерах. Блин, я только что скитлс видел. Кого? Какой скитлс ты видел, чел? Давайте в другое окно придем тогда. Во, вот здесь будем стоять. Я стоять. Чел, привет, я здесь. Смотри на меня, дождь пошел как раз, это дождь для меня. Ну, отвернись, 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 я хочу куда-нибудь уйти, чтобы тебе снова это показалось. Ты мой бедненький дебил. А что он так разговаривает-то со мной? Это что, почему? Дождь, чел, пусти меня домой, я реально, ну, как бы сейчас промокну. Давай приезжу, на улице холодно. Давай, 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 я надеюсь, так он поймет, что я реально хочу, чтобы он меня приютил. А на районе идет дождь, а я сижу на кухне, хаваю борщ, очень вкусно, с капустой, ну, что-то мне немного грустно. Что он несет? Приюти меня просто, иначе я тебе сейчас окно выбью. Заходи. Захожу, брат, захожу, захожу уже. Только слайма здесь больше нет. Все, 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 тебе снова, чел, показалось. Нету никакого слайма и не было. Ждем, в какую сторону он пойдет проверять. И будем от него просто прятаться. Что за фигня? Да нет никакой фигни. Он идет сюда, валим от него, валим, валим прямо в дом. Все, сейчас он офигеет, что я у него в доме сижу. Причем двери-то закрытые были, а слайм не умеет двери открывать. Опа! Здрасте, здрасте, я тут как раз сижу у тебя дома и в окно гляжу. Я тебя вижу. Странно, а где это он? Ладно, буду ждать его, пожалуй, на втором этаже. А, здрасте. Дело в том, что я необычный слайм, умею по лесенке подниматься и спускаться. Да, не только прыгать, слаймы же они обычно в Майнкрафте прыгают, поэтому все, прыгаем спокойненько, не чуть-чуть. Обычный слайм, чуть-чуть, не умею я ходить. Ты хоть знаешь, с кем ты общаешься? Ну, с каким-то Винни-Пухом, по всей видимости. Ну, вот по виду как бы, я не знаю, кто это еще. Я бог солнца, Ра. Ты дебил? Да. Просто я не знаю, какой бог солнца, ты себя видел вообще? Нет, ты в Майнкрафте вообще-то играешь, если что, вдруг. Если хочешь услышать мудрость, подпрыгни. Опа, давай подпрыгну. Сейчас начнется. Мудрости всякие, цитаты. Моя мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. До слез. До слез довел просто. Господи, ты посмотри на него. Ну ничего, я же тупой слайм. Я просто прыгаю, вон наверх попрыгал, короче. Я не понимаю ваши вот эти человеческие мудрости. Ух ты. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой, ой, случайно поиграл на твоей этой коробке, прикинь. Святые угодники, ты офигел? Чё, почему офигел-то сразу? Я же просто вот так вот кликнул и все. Не более. Что ты делаешь? Как ты тыкаешь? Ты тыкаешь? Стоп! Бог солнца удивлен, что я тыкаю по его здесь какой-то музыкальной коробке. Да, странный ты, конечно, чел. Ой, я тут немножко тебе сгусток оставил. Слишком много, правда, оставил. Целых стак. Кстати, это нужная штука на нашем серваке-то. Я был не трезв. Мое поведение недостойно советского офицера. Это кокульки? Да, это кокульки мои слаймовые. Ну что, ты не видишь, что ли? Я же слайм. Я даже не знаю, как покивать ему, что да. Давайте будем прыгать. Если да, то мы будем прыгать, а если нет, то мы будем вот так вот кивать. Четко. Согласен. В смысле, подожди, почему четко? Я же тебе кокульки снял. Капец, ты няшный. Я тебя назову Валера. Какой Валера? Валера имя занято. Валера это железный медведь. Ты че? А еще я двери умею открывать. Я хороший такой Валера.
Сейчас он вообще офигеет. Чё, блин, чё? Да-да-да-да-да-да-да, смотри, я правда умею открывать и закрывать двери, смотри, я хороший слайм, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ни один слайм так не может. Офигеть, это просто капец. Согласен, чел, это вообще какой-то капец. Как так слайм вообще? А что здесь у него? У него здесь мусорка какая-то, кажется. Либо ловушка, это еще непонятно. Наверное, все-таки ловушка. Обойдемте, посмотрим, что у него снизу. Оп, вообще просто. Как бы вы отреагировали, если бы к вам пришел слайм? Гномик, пойдем за мной. Как он меня назвал? Какой я тебе... Зараза какая! Вы поглядите на него. А еще я сундуки умею открывать. Вау! Нифига себе у него тут вещей, конечно. Ну ладно, хорошо, что он не видит, что я открываю сундуки у него. Капец, крутой дом. Мне это нравится, слушайте. Давайте пролезем. Оп. Ну а что, я слайм, я везде пролезу. Опа. Чертик, за мной. Давай, давай, давай. А если что, я тебя слышу, чел. Но пока что он этого реально не понимает. Это что, ты мне загончик сделал? Это так мило. Но нет, чел, давайте покиваем ему, что нет, мне не нравится этот загон, я выйду отсюда и закрою его. Сиди, блин, тут ты наказан, зеленый козел. Полегче общайся, потому что я-то вот такой вот слайм, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да-да-да-да-да. Торжественно прошу прощения, сэр. Вот так-то другое дело нафиг, иначе заложу пол хаты динамитом. И я злой слайм, если что, вдруг. Я тут остаюсь. Да ладно тебе, чел, выходи так и быть. Теперь и я твой хозяин, так скажем. Все, на тебе, держи пузырьки опыта. Я реально крутой слайм, вот реально офигенный. Смотри, что могу выдавать. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, все. Закончилась халява, все, успокаиваемся. Ну я реально хороший слайм. Могу еще алмазы достать, если хочешь. А еще золото у меня есть. А еще много чего есть и всяких секретов. Капец, меня колбасит. Ты офигенный собутыльник. Почему собутыльник-то сразу? Если я тебе кидаю бутылки опыта, это не значит, что я собутыльник. Ладно, я пошел на охоту. Смотрите, ребята, чекайте. Все, слайм от него сбежал. Сейчас он немного, думаю, будет грустить, что у него слайм как бы питомец-то ушел. Фух, он свалил. Нифига себе грустит, блин, вот это да. Я думал, он реально будет грустить по своему питомцу. Ладно, что мы сделаем? Все, я сходил на охоту. Козел, блин. Да он офигел, что ли? Я к нему уже не хочу возвращаться. Какой-то он неблагодарный. Я ему, значит, пузырьки опыта даю. Короче, хозяин, смотри, что я принес. Я был на охоте. Короче, вот кого убил. О-о-о, забирай, забирай. Вот же козел. Да хватит обзываться! А, дружище, ты вернулся. Да, я вернулся, только я вижу, читаю твои сообщения. И у меня припасено кое-какое оружие для него. Пока что я не буду раскрывать, что это. Я тут друга вспомнил, дебила. А, прям друга дебила. Надеюсь, ты не про меня говоришь. Не про меня, надеюсь, ты, зараза. Иначе я на тебя прыгну и вот так сажу. Да ладно, смотри, вот я, смотри, еще сколько криперов убил. Во. Я вот такой хороший защитник. Че ты толкаешься, дебил? Да ты хватит на меня обзываться, ребята. Ты откуда бошки взял? Убил. А еще вот что у меня есть. Опа, зелье скорости. Я реально хороший слайм. Я реально хороший слайм. Лайк, если хотел бы такого питомца. Ух ты, вообще офигенный. Да я знаю, брат. Танчик, ну так чё, это, я еще сундуки могу твои открывать, смотри. О, моя слизь, это я забираю. Ну, я думаю, она ему ни к чему. Ты пошел нафиг с моего дома? А чё, почему пошел нафиг-то? Слышь, ты сейчас добазаришь, я ж тебе сейчас сундук вот так вот разломаю за такие словечки. Ну реально, чё он неуважительно ко мне относится? Ладно, 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 все, больше не буду. Как ты, я тебе даю 3 секунды. Понял, принял, убегаю, он меня уже один раз стрельнул, посмотрите, попал мне прямо в голову. Зараза. Ладно, короче, я на тебя обиделся, но вот тебе подарочек от меня. Чисто от слайма, от всей души, так скажем. Стак золотых слитков. Это нифигово так. Я был не трезв. Мое поведение недостойно советского офицера. Да что ты несешь, бог солнца, ты меня запарил уже, реально. В смысле ты был не трезв? Ладно, коровка зеленая, пойдем приючу, я был неправ. Вот так-то, другое дело, сразу золото дал и был неправ. Да я сам открою двери, что ты. Ну что, где я жить буду? Затроллил. Че, ладно, я сам выберу себе комнату, короче. У него там было, по-моему, что-то. Но я могу, в принципе, здесь жить. Мне нравится эта комната. Тут есть камин лавовый. Очень круто все смотрится. Сюда. Иду, 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 иду. Только не говори, что ты меня посадишь вот в эту чертову комнату. Она мне не нравится. Нет, 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 нет. Давайте ему кивать, что нет. Вали. Да ты, зараза, киваешь же мне, что да. Хорошо, ладно. Ладно, ты меня посадил сюда. Но знай, знаешь, что у меня реально припасено кое-что. Ух ты, смотрите, сквозь слаймовые блоки. Ну, то есть сквозь слайм. Посмотрите, там, где стоит сундук, есть немного прозрачности. И можно увидеть, что там под сундуком стоят какие-то печки. Да ну нафиг. О, да ладно, вот, смотрите, вот это лайфхак я нашел. А что в сундуке-то у тебя, чел? Ну-ка, сейчас все позырим. Ого, нифига себе.
Вот это я понимаю, сундучок. Нам нужно серьезно поговорить. Я не согласен с тобой разговаривать. В чем сила, брат? Да как я тебе отвечу? Я же слайм. Капец ты, игнорщик. Ну и пошел нафиг. Ну давай, вали отсюда. Капец, он на меня обзывается и обзывается. Ну что, давайте сделаем ему прикол. Забыл меч взять. А, забыл меч взять. Ну у тебя тут немножко не один слизень теперь. Нас теперь тут целая толпа. Вот так вот я умею. Нафиг этот меч. О, другое дело, только правда эти слизни исчезают через 2 секунды. Но он-то этого не знает. Он думает, что я реально рожаю других слизней. Господи, как-то глупо, но так прикольно троллить какого-то чела. Так, ладно, давайте выйдем отсюда. Ну чё, чел, я не собираюсь жить в этой каморке, знаешь, а то нас слишком много, нам нужно больше места, поэтому я решаю забрать твой дом. Ну и пошел нафиг, неблагодарный черт. Ах так, значит, окей, я тебя понял, давайте-ка мы уберем это превращение быстренько. Что ты скажешь на это, а? Сейчас-ка мы к нему постучимся. Здрасте! Как ты меня назвал? Упс. Да-да-да-да-да. Упс. А ну-ка иди сюда. Ты со мной решил вот так вот припираться? Давай пошел нафиг с моего дома. Не надо в меня стрелять, не надо. Сейчас теперь я здесь живу. Вот такой вот слаймик нафиг вырос из моего мелкого слайма, который... Ты чё? Я не понял, ты чё... Ты чё там, а? Капец, он дерзкий, ребят. Как думаете, что с такими челами делать? Я его просто хотел затроллить, а он меня просто обозвал, как только можно было. А ну-ка иди сюда, реально сейчас драться будем. Он меня вырубил! Капец тебе, пиявка. Это было его последнее слово. Ну вот из такого красивого слайма я превратился вот в эту. Ладно, мне кажется, что троллинг все равно получился обалденный. Кстати, его я, естественно, снимаю на своем гриферском сервере. Вот его айпишник, если что. mc.justmine.su. Заходите на него прямо сейчас, если вы еще не видите себя вот здесь. В табе этого сервера смотрите, сколько здесь уже игроков. Заходите, я вас всех тут жду. Поиграем вместе, может вы и в видос попадете. А еще поставьте лайк, если вам понравилась эта серия. Буду рад, если вы поставите их много. И тогда я буду больше снимать таких видосов. А также прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться. Вот она, если что. Подписывайтесь на мой канал прямо сейчас и посмотрите предыдущее видео. А мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока.